Приморцы готовятся встретить крещение. Закалить тело и дух в ледяной воде можно будет в поселке Трудовое, на набережной Спортивной гавани и на Русском острове. 19 января, в праздник Крещения Господня, в 12 часов дня от нашего монастыря пройдет крестный ход к берегу бухты Навик, к ближайшему берегу рядом с монастырем, и там мы совершим освящение Иордании. Это так называется купель или прорубь, которая делается в льду. И желающие смогут искупаться в проруби. Это событие совершается в память о крещении, которое совершил Господь Иисус Христос перед выходом на свою проповедь евангельскую. И в память об этом вот каждый год церковь совершает великое освящение воды. На юбилейном пляже в центре зимнего плавания «Касатка ДВ» гостей ждут 18 января в 22:00. Здесь проведут обряд освящения воды, и все желающие смогут искупаться. Центр будет работать до 2 ночи. Здесь будут дежурить врачи, охрана и МЧС. Открыта купель будет и 19 января с 7:00 до 24:00. В пригороде крещенские купания организуют в поселке Трудовое на озере поблизости от Лиманной 79А. Принимать гостей здесь будут в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 3:00. В среду 19 января купель будет открыта с 12:00 до 21:00. Для гостей приготовлены 2 теплые раздевалки, 2 сходни в прорубь, будут предложены чай с костра и сладкие угощения. Екатерина Зверева, Илья Тришкин, новости на восьмом.